Всем привет, тебе с вами Диэкспо Экстрим. И сегодня я буду уничтожать убийцу смертей нечто Майнкрафта. Или его как-то по-другому называют. Короче, он сказал выходить в 3 ночи вот к этому месту. И написал на телефон и Майнкрафт один. Я подошел к этому. Когда он мне написал, я так обосрался и сюда пришел. Короче, он очень сильно убивает и очень сильно мочит. Короче, давайте я его попробую уничтожить за то, что он что-то сказал мне. Так, для начала давайте включим мое видео от первого лица и возьму пальцы в руки. Давайте мы сейчас поставим его куда-то вот сюда. Так, и поставим вот его яйцо. Сейчас мы его поставим. Вот он. Это он. Давайте мы его попробуем загасить. Он такой легкий. Блин, тут эндермен ходит. Разве он такой легкий? Блин. Он походу зомби превратился. А он может быть такого. Так. Окей. Не, ну, он сказал сюда прийти, и все. Я сначала не понял, кто это такой, и он сюда прийти надо будет, и я вот сюда пришел. И мне надо отсюда уже скорее валить, потому что пока он еще не пришел сюда, он, если что, умеет воскрешаться, так что я валю отсюда. Если честно, ребят, мне очень страшно, и я ложусь спать. Так, о, доброе утро, ребята. Я проснулся, улыбнулся, умылся, помылся. Ладно, все, я не умылся. Вот тут неподалеку есть речка, так что потихоньку спускаемся. И походу я его уничтожил, если я так понял. Давайте мы умоемся. Ох, как хорошо. Давай. Опа, утоплено. Да ты-то что сюда приведешь? Пошел вон. Вон пошел. Ну. Все, убил утопленника. Так, давайте подниматься вниз. Опа. Капец, это жестко. Ладно. Это очень тяжело было. Но я его убил. Надо уже скорее отсюда собираться и уходить. Еле 3 часа ночи прожил, и мне было, если честно, я еле уснул. Страшно, реально, ребят, говорю. Мне было очень страшно. Давайте собираем все свои факелы. Собираем эту кровать, собираем этот факел. Куда-то прилетел, он туда прилетел? Нет, он, походу, не сюда прилетел. Ладно, окей, я все соберу. Давайте пойдем на вон ту гору, и я постараюсь там. Блин, бесит меня эта шахта, и я пойду в ту гору. Ну что ж, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вот я домик тут забабахал, который смотрит прям вообще такой вот высок. И вон там будет нечто появляться. Если какие-то нечто появляются, пишите мне в комментарии. Я обязательно их уничтожу. Я комментарии буду читать и буду их искать. Так что, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, с вами был Диэкспо Экстрим. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.